Делаем глубокий вдох и медленный выдох. И еще раз глубокий вдох и медленный выдох. Сосредотачиваю свой внутренний взор на настоящем моменте. И через дыхание мы погружаемся в глубину своего бессознательного, в свой сердечный центр, там, где есть суть нашего «Я». Дышим и погружаемся все глубже и глубже. Я здесь и сейчас. Я есть тот, кто я есть. Ощущаем свою точку, точку опоры, ощущаем свой глубинный стержень, ощущаем частичку нашей души, из которой появились мы. И дышим глубже, глубже, доверяем себе, своей интуиции. Доверяем пространству и делаем еще раз глубокий вдох, и на выдохе мы начинаем подниматься вверх, ввысь, через солнечное сплетение, поднимаемся выше, выше, проходим горло, область третьего глаза, и через темечко мы выходим наружу, продолжаем поднимать нашу энергию еще выше, дышим и выходим за пределы нашего физического «Я», дышим и поднимаемся выше. Через дыхание мы соприкасаемся с информационным полем Земли, там, где хранится информация о каждом из нас, о всех наших воплощениях. Мы соприкасаемся с этой точкой и соединяем одну точку внутри себя, своей глубины, и вторую точку, где располагается наше Божественное «Я», хранящее всю информацию о наших прошлых воплощениях, об истории всего нашего рода, частью которого являемся мы с вами. И через дыхание мы соединяем две эти точки и ощущаем себя всего лишь проводниками этой божественной энергии. Мы растворяемся в ней, наполняемся ей. Я здесь и сейчас. Я есть тот, кто я есть. Я есть часть божественной энергии. Я есть часть божественной любви. Я есть часть божественных знаний. Я носитель информации, важной информации Вселенной о всех моих прошлых рождениях, обо всей истории моего рода. Ощутите в себе эту силу, это могущество. Не нужно напрягаться, пытаться что-то понять. Просто ощутите эту энергию внутри себя. Она легкая, она воздушная, и одновременно она очень могучая. Наполнитесь ей сейчас. И с этого состояния наполненности скажите, пожалуйста: я признаю и принимаю всех тех в моем роду и в моих прошлых реинкарнациях, кто когда-то отрекался от Бога, от жизни, к
кто отрекался от любви, кто отрекался от своего рода, тех, кто когда-то отрекался от своих родителей, тем самым обрекая себя на вечное одиночество и вечное странствие. Я признаю и принимаю этот опыт и даю ему место в своем сердце. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался, и я уже за него заплатила. Дорогие мои предки, те, кто когда-то, вольно или невольно, под гнетом вынужденных обстоятельств, либо добровольно, когда-то отрекался от своего рода, от своих родителей, от своих детей, отрекся от энергии рода. Я вас вижу. Я вижу вашу боль. Я чувствую холод ваших сердец. Я вижу ваше раскаяние. И я принимаю вас и даю вам место в своем сердце. Дорогие мои предки, таков был опыт вашей души. Здесь и сейчас я хочу согреть вас теплом своего сердца, теплом своей безусловной любви. Я не знаю, почему вы это сделали, но таков был опыт. И я хочу, чтобы вы знали, что род всегда помнит вас. Род всегда любит вас и готов вас принять. Готов дать вам энергию любви, энергию жизни. Дорогие мои предки, те, кто когда-то, вольно или невольно, отрекся от рода, отрекся от Бога, отрекся от любви, отрекся от жизни, я хочу согреть вас. Согреть, не осуждая, не разбираясь в деталях. Просто согреть любовью, безусловной любовью своего сердца. Я признаю и принимаю всех своих предков и все свои прошлые реинкарнации, где было это отречение. Здесь и сейчас я создаю целостность. Целостность любви. Целостность принятия всех членов моего рода во всех поколениях. Целостность принятия во всех моих реинкарнациях. И даю этому место. Все есть любовь. Все дышит любовью. Все наполнено любовью. И я даю этому место. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой мне достался. И я тоже есть любовь. Я есть любовь своего рода. Я есть любовь своих родителей. И я есть любовь своих предков. Я есть любовь Бога. Я есть любовь вселенского изобилия. И я даю этому место в своем сердце. И я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. И я уже за него заплатила. Делаем глубокий вдох. Медленный-медленный выдох. Погружаемся еще глубже
в глубину своего сердечного центра, ощущаем там тепло, мягкость, комфорт. И чувствуем, как это тепло начинает разливаться по всем клеточкам нашего тела. Мы наполняемся этой любовью, мы становимся маяком этой любви. И на энергию этой любви к нам начинают притягиваться люди, события, обстоятельства, которые необходимы нам для прохождения нового опыта, опыта нашей души. Пусть он будет светлый, пусть он будет благостный и принесет нам радость. Так оно и есть. Да будет так. Аминь.